парк мира в этом году заметно преобразился, делятся впечатлениями жительницы округа Виолетта и Маргарита. Женщины каждый день ходят в любимое место отдыха, занимаются скандинавской ходьбой и аэробикой. Ходим, ну, часа полтора, это точно. Парк очень обновился, красиво везде, все, дорожки такие, в общем, очень приятно ходить по парку. Так что с любовью даже ходим по тропинкам. По пешеходным дорожкам стало ходить гораздо удобнее и безопаснее. Покрытие плитки выполнено из противоскользящего материала. Стало приятно, вот эти дорожки мягкие, все широкие. Очень много поставили лавочек, что радует. Лавочек действительно стало больше, как вдоль прогулочных тропинок, так и возле центрального фонтана, который тоже был обновлен. Я в парк пришел с внучкой, мы гуляем. Очень нравится нам фонтан, да, Анечка? Да, вот. И вообще в парке весело и хорошо. Особенно здесь нравится детям. На новой площадке теперь можно кататься на различных горках, лазить по лесенкам и лабиринтам, кружиться на каруселях и качелях. Старались выполнить в необычном стиле, отличающемся от всего остального, что есть по городу. Старались не повторяться. Она выполнена в экологическом стиле, то есть из цилиндрованного бревна. Много новых и необычных элементов. Игровое пространство рассчитано для детей разного возраста, а наблюдать за своими чадами родители могут в теньке на новых удобных лавочках и диванах-качелях. Мне очень нравится, какие здесь детские площадки, как они обустроены. Очень много нового, интересного, то есть все, что было непригодно, так скажем, для использования, заменяют. Мы гуляли с внучкой возле памятника. Фонтан замечательный. Так приятно возле него находиться. Вот. И вообще парк очень красивый. Еще одно место, где произошли изменения, это фонтан слез. У памятника воинам-интернационалистам он не работал много лет. Это особое место для горожан, поэтому к его реконструкции подошли с особым вниманием. Восстановили фонтан, который давно не работал. Сейчас мы видим, он работает. Установили подсветку. То есть ночью это очень хорошо, шикарно смотрится. Отреставрировали и сам памятник. На нем устранили трещины и сколы, облагородили и территорию около монумента. Всего же в рамках благоустройства на территории парка привели в порядок 7 гектаров. Подводя итоги, хочется отметить, что обновленный парк мира пришелся по душе всем. И взрослым, и детям. Им понравилась детская площадка, обновленный фонтан, освещение и не только. Ну и, конечно, невозможно пройти мимо новой фотозоны. Это чеширский кот из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.